Good morning, друзья. Мои girls уже с утра съездили, купили какие-то резиночки. Я думаю, что запретать мне будут на работу сегодня. Ого, потому так что много. Вот это толстые резинки, а это тонкие. И я тушь у меня закончилась, купила тушь. Ага. А слушай, а эти волосы драть не будут, а? Они... Нет, вот эти, они очень маленькие, и они не их на волосах не видно вообще. Их не видно на волосах. Мама Турцию просто вспомнила. Да, это не Турция. Было дело, когда драли волосы. Это обычно. Когда девчонки еще были маленькие в Турции. Вот, ну, смотрите, вот так ты хочешь, да? Вот так. Типа, да. Нет, я тебе какую прическу Маша будет делать мне сегодня. Я нашла в интернете. Ой, я тебе сейчас тоже кое-что покажу. Что прическу одну тоже прикольную. И такие штуки закажи в интернете, я тебе сейчас покажу. Какие, вот эти? А, не эти. Ты видела, как она сделала? Вот, мам, еще раз. Угу. Вот она. Где она? Хвост вот из косичек, из таких. Вот она, видишь, у нее хвост из косичек, видишь, прилизанный хвост. А ты хочешь с таким хвостом просто ходить или как? На работу сегодня так пойду. С хвостом? Вот, да, хвост, и видишь, все косички, видишь, то она... То есть ты вот такой, ты не хочешь вот так, ты хочешь вот мне так. Нельзя, да, я не с кудрями. Ты их не собираешься расплетать? Мам, мне нельзя с распущенными волосами. Угу. Вот, смотри, видишь, хвост обычный у нее. Все, я поняла, я думала, вот. Ты для эффекта нет. Просто вот это. Мама, чтобы не закудрить волосы, мне нужно хотя бы за 10 часов это сделать. Не, ну нет, сейчас уже проще. Вот, обычный хвост, и видишь, она невидимыми вот такими вот штучками, угу. Она сделала себе косички. И ты хочешь с таким хвостом, да, просто, хвост не распуская. Да, хвост из косичек, да, видишь, прилизанный хвост из косичек. Угу. Просто вот понятно, да, если вот ты вот это распустишь, то вот здесь у тебя будет не... Да, но я не буду распускать. У меня угу. Вот, я купила резиночки. Все, я поняла, это просто машину. Такой причесон ты хочешь. Да. Вы в этот, в Таргет уже сгоняли? Да, с утра пораньше. Мася, доброе утро. У нас утро, конечно, так себе, вот это чудо встало в 6. Как это, блин, происходит? Я не знаю. Как это работает? В среди недели я не могу его поднять. С самого утра, в 7 утра, никак оно не поднимается, не встается. Да ничего не работает. Смотри, вон телевизор. Это какой-то звездец. Но как только выходной, ребята, это все. Сейчас я рекламу пробую. Да ничего не работает. У мамы голова не работает. В 6 утра ты встаешь. Мама хочет в субботу тоже поспать, а ты в 6 встаешь. Мы и писем, и какаем, и молочко, и мама, скачай игру, и мама, включи котиков смешных, и мама это, мама то. Катя, кстати, спит еще. А, нет, а, выкинула одно. Одно, оно старое, да. Ну, нечего в таком ходить, купи новое себе. Купи, сходи новое. Жоржик так важно ходит. Сюда выноси. У меня, короче, сегодня глобальная стирка. Ну, как у меня. У моей стиральной и сушильной машины просто сегодня будет жескач прям. И вот так. И у нас такая же. Мне нужно это уронить. У меня там самое внутри. Да, я знаю. Можно уронить? Слушай, а у нас поменьше будет. Ну, хотя почти так же. Мам, у нас ванна. Да, урони, мне и надо, чтобы вы... Можно уронить? Ну-ка, не нужно, Лиза. Как ты будешь свою розовую футболку доставать? Стой. Вот она. Все, окей. Сейчас я поставлю стирку. Вот. Сегодня у моей стиральной машины будет просто сумасшедший день. Потому что, мам, мне сначала все светлое. Окей, сначала все светлое брошу вот и все. Притащи светлое. Мою корзину и знаешь, да, это ну это светлое белое, ну, да, это все белое, да. Принеси, пожалуйста, нашу корзину, сейчас она такая же самая. Не, вот это прям emergency. Да сейчас сделаю. Это светлое, да, только. Нет, не считается. Джинсы почему? Потом. Давай, давай. Нет, мам, мне нужно бежать. Но это потом, в следующую стирку, слушай, давай. Следующую. Сейчас одно, потом джинсы. Нет, Лиза, джинсы не сюда. Не надо мне ничего показывать, я все это знаю. Вот сейчас эти... будет все белое это стираться. Это светлое считается, да? Это твои? Это мои, и здесь есть которые. А, окей. Вот... Неделю Лена не стирала. Ну, не неделю. Дней 5. Hello, Жорик, тебя не видно. Жорочка, о, развлекуха, скажи, да? Наше любимое дело. О, еще один. Движ начался с утра. О, движуха, да? Не поспишь тут, да, теперь до вечера. Так, все, дети все встали. Последний снеговичок остался. Маша тут достала, будет булочки, сказала, делать и пиццу. Окей. Последний снеговичок. Детям очень понравились. В общем, не дожили наши снеговички до Нового года. Съели заранее. В общем, это последний. Сейчас съедим. И можно будет костку еще взять. Я в холодильнике их хранила последние. В тарелочку наломаю. Реально вкусный шоколад. Я что-то не посмотрела на коробке. Какой шоколад? Какой компании? Но вкусный шоколад. Такой, знаете, не... Вот так... который тает во рту, который такой молочный, вкусный, не вот та вот гадость, которая вот даже не жуется и не тает. Прям реально вкусный. Пробуем.
Вот так наломала. Нате, котик наш проснулся. Красивый, на. Лавруша опять что-то мастерит. О, Господи, что это? Он сказал, что это, но я не запомнила. Маме-маме локлась какая-то. Снеговичка, кушайте. Мам, я тебе покажу, как девочка делает. О, как интересно. Давай, сынок. Инвентаря тут притащил. И клей, ему еще какая-то бумага нужна, которая есть только у Левы в комнате, а Лева еще не встал. Кто это? А, рукастая, ногастая какая-то хрень. Ладно. Так, ну что, показать, говорит, маме надо. Вау! Она страшная? Да. Она злая, да? Естественно. Нужны нам тут добрые. Давай. Это тоже какая-то, да, страшилище? Да, он теперь кукой стал, да. Мила, фу-фу-фу. Кать, пожалуйста, нельзя собаки. Друзья, смотрите, какой у меня завтрак. У меня мои желудочки. Бабочки. Проходите мимо. У меня булочка хрустящая, у меня кока-колка. И вот эти вот желудочки, я вот уже рассказывала, я их просто вот чуть-чуть соль. Какая гадость! Чуть-чуть соль и все. Я их даже холодными ем, я их даже не подогреваю. Я люблю просто холодные. Чуть-чуть соли и все, и вода. Отвратительно. Мой котик. Мой котик, мой красивый. Вова сравнил меня с ведьмой, которая готовит все эти хвосты, головы. Лапы. Лягушачьи. Так, Масик. Он попить шел, ладно тебе. Я тут Масеньку тут подкармливаю. Кушай. Сейчас дам. Придет твой пластилин. На, Мила. На. Ну, блин, ворона. Лёва, поезжал, сейчас закончится все, поехали. Папа с Лёвой собираются на выставку. Ой, или куда вы там собираетесь? Вот смотрите, даже не проживала. Вот здесь вот отсюда началось, и вон и уже вон там все. Как, блин, она даже не жует. Посмотрите, вот это я понимаю. Да что? Мамкалка ты моя. Что? Съел? Ты мой котик, ты мой эстет, ты моя порода. Чего надо? Лаврик тут уговаривает Катю поехать. Папа уговорил Лаврика. Суперкаров, это так скучно. Да. А мы будем стирать, убирать, готовить, веселиться, мусорка. У нас тут, да, у нас тут прикол. Еще Лаврик сказал, да, окей, я поеду с вами, с Левой, с папой. Конечно, а ты останешься с нами стирать, убирать, готовить, играть в игрушки. Я еду. А Лавруша поедет с мужиками, машины смотреть, да? Да. Аллилуйя. Что пасет? Самой мало, Мася. Котик мой. Порода моя породистая. Ну прыгай. Сейчас он за тебя съест. Мася, ты чё? Он сейчас реально твой съест. Мася. На. Вкуснотень. Надо же, а так желудки понравились. Они прям с ума сходят. Оба. Жорик-то вообще кроме своих камней ничего не ест, а тут прям так нравится. И скажу почему, потому что там никаких специй, наверное, нет, наверное, поэтому. Там чуть-чуть соли и все. Мила, что это было? Ура, у меня все уезжают. Не, сандали. Жарко же. Там внизу сандалики. Да внизу они сами все возьмут, Лёва. Ты сам обуйся, а ты обулся. Лёва, они сами обуются. Оставь, не надо, уже не маленький. Котики провожают. Милка. Давайте, быстрее. Папа в машине, да? Папа в машине? Да, Кать, просто... А Катя у нас, да, самый большой тормоз в нашей семье. Лиза говорит, мама, если апокалипсис, Катю оставляем. Катя, блин, да так обуйся уже. Сейчас тебя оставят, по-моему, с мамой. Нет. Тогда давай быстрей. Там просто машина... Поджопники взяли им? А? Иди, ладно, папа разберется. А где папа? Не знаю. А где папа? Идите за папой, я не знаю, где папа. А, да, потом Макдак.
учителя, говорят, а можно? Я говорю, нужно. Чтобы приехали сытые, понятно? Мама, а. Сейчас дома останешься, Катя. Еще что-нибудь у тебя случится? Вот ничего страшного. Да, я закрыла. Мама, все, пока. Мне про пластырь? Господи, иди, а пластырь. Вон он, папа. Все, пока. Чтобы приехали сытые. По джопнички забыли. Все, пока. Папа, через Макдак обратно. Пока. Аллилуйя. Фридом. Ну как фридом? Но все-таки. Как будто в школу пошли. Короче говоря, нам дали в нагрузку двух вот этих беспредельщиков, и мы едем с Левой на автовыставку, не знаю, зачем нам их дали, но, в общем, Лаврушу без Кати не поехал, Кате там будет вообще неинтересно, потому что там одни машины, суперкары и так далее. И, в общем, обычное сегодня утро папина, я обычно беру с собой Леву, когда он просыпается, ну, а тут, в общем, все со мной прицепились, и у меня будут там и съемки, и разговоры, и переговоры, и так далее, но, в общем, они со мной, можно сказать, почти на работе будут. В общем, вот такая вот сегодня у нас прогулка. Капец. Лаура, все, перестань баловаться. Так, мама попросила заснять, я и засниму. Мы пришли, тут вот такая вот у нас. Тут, правда, музыка, и поэтому вип-сектор даже есть. В общем, тут всевозможные суперкары. Заходи, Лев, пожалуйста, не тормози возле дороги. Вот здесь дорога. Ну и, короче говоря, такая вот здесь тусовка, одни машины, люди, вон там куча всего. И, в общем, мы сейчас все это дело посмотрим. В общем, вот такая. Не знаю, малышам здесь, наверное, неинтересно. Мне самое главное страшно за то, что они у меня под ногами приходят держать за руку, а мне надо бы поснимать и поговорить. Ну ладно, ничего, будем, короче, выкручиваться. Мы отправляемся сейчас. В общем, ребят, это было адским. Дети не давали нам с Левой толком посмотреть. Мы, ну, что-то успели посмотреть. В общем, это была фигня. Детям было, естественно, абсолютно неинтересно вся эта тусня. А мы с Левой так, что успели, посмотрели. В итоге выбрали, едем в Макдональдс. Нафиг, блин, тут такие суперкары интересные. Может, пошариться было все подробненько. Но, короче говоря, вот пока не получилось. Но я думаю, еще получится. Я еще вернусь потом отдельно. Лева, как тебе? Мне очень понравилось, если бы я Бугатти Чирон никогда в жизни не видел. Бугатти Чирон он не видел. 4 миллиона долларов на минуточку стоит машина. 4 миллиона долларов США. Вот такие вот тут автомобильки у нас продаются. И не одна еще. Вообще капец. Мне очень понравилось. Ну да. Ну вот что успели, то успели. В общем, детям тоже все понравилось. Естественно, мы отправляемся в Макдональдс. Посмотрели на машины за 4 миллиона долларов. А как бы отправляемся кушать за 15. Ну, любят они Макдак, но что поделать, ничего не поделать. Короче говоря, ребята, пошли мы кушать нездоровую еду. Как Катя сказала, unhealthy food, да? Почему это unhealthy food? Потому что у Маши есть bracelet, значит, потому что дентист сказал ее. Окей, вот так вот, unhealthy food это. Что поделать, это вкусно. Так. Господи, что ты делаешь? А булочки ты сейчас не будешь делать? Что ты его вытащила? Это оно. Ну, это в разных духовках ты не успеешь. Ну, в смысле, нормально. В одной духовке, но... Не в одной, все нормально. Так, Маша сейчас будет делать пиццу. Возьми другую скалочку красненькую. Мука. Ну, ты знаешь, это тесто довольно долго надо... Это... Не, ты толстенькую хочешь сделать? Ну, она не должна быть большая, поэтому... Ну, окей, ладно. В общем, Маша тут готовит очень быстро, торопится. У нее погулюшки. А они уехали с папой и с Левой. Куда они поехали? Машинки смотреть. Реакция Милки. Внимание требует. А, Мил? Внимание, да, надо?
На Мейсона. Мейсон, ты во что там играешь? Что это такое? Бумажка какая-то. Тебе вот эта вот музыка не подходит? Нет, это нет. Милый. Милаш, хватит. Тесто ты мне так не показала. Маша говорит, теперь я, говорит, могу булочки сама делать. Я говорю, ну да, тесто сначала сделать. А, у нас дофига мест здесь. Ну ты их зачем так близко поставила? Подальше друг от друга, они же сейчас побольше будут. Тесто дрожжевое, будет побольше они сейчас. Хорошо. Все, Маша еще яйцом смазывает сверху. Угу. И от пиццы чуть-чуть ее тоже может распереть. И распрёт. Все, чуть-чуть, вот, Маша, там. Давай в духовку. У тебя духовка уже давно горячая. Да. Не сильно, чтобы хорошо. Не текло там только. Хорошо. У тебя будет сладкая булочка в яйце. Хорошо, так это же вкусно. Угу. Хозяюшка. Фишка, резинки даже не видно. Кажется, что как будто мне вплели. А замут был в том, чтобы резинки было не видно, да? Ну да, потому что ты видел, когда я плечу свои, которые на ночь, угу. У меня прям торчат резинки. Ну, у тебя толстые резинки просто. Ну, я купила толки. Что с халатом, господи, что за пятно на нем? Я летала, мне Маша там быстрее. Ну, что, прикольно. Ну, круто, да? Угу. Нравится? Ну, отлично. Да. Мне нравится, прикольно. Угу. А завтра, ну, или когда? Или вообще сегодня, допустим, да, можно распустить этот хвост, и будет чисто хвост пушистый. Только я завтра распущу. Только все волосы распускать, это будет наверху не забитое. Ну, вот так вот. Хвостик просто оставишь. Да пахнет, Маш. Что нам там остается что-то. Да, останется. Потому все, да, она там много не может забрать. Собирается забрать, да, она там идет. Но она угостить хочет, понятно, это не проблема, но она сказала, что она все забирать не будет. Да там нормально все. Ой, посмотри, там не готово случайно. Я все пойму. Молочка. Пицца поднялась, булочки, я не знаю. Я не знаю, как проверить булочки. Ладно, сейчас я посмотрю. Ничего. Нету никого. Классно, а Маша не собрала, дети бы сказали. Никто ее не заметил, они уехали с папой. Да. С Левой и с папой, машинки смотреть. Ну и в Макдак вроде как, я надеюсь. Слушай, мне нравится, прикольно. Прикольно. Но мне кажется, вот если только косички были потолще. Лиза, что ты об халат вытерла? Что на капюшоне такое? Что? Я и пытаюсь спросить. Шоколад? Я не знаю. Или что похуже? Я не знаю, я была в душе. Так, сейчас я посмотрю, да. Так. Это же прием потом будет. Я помню, она еще царапает, если в горло попадет. Да, аккуратненько тестовай. Сразу, чтобы... Ага. О, шикарно. Ты посмотри, гораздо круче, когда с яйцом. Так, нам же остается, то же самое. Остается, ты же не все унесешь, Маш. А? Это ты мне откладываешь. Я не... Все как положила, оно приклеится, Маша. Там просто сахар, он приливает. А, может, я на пленку? Выкладывать. Да, выкладывай, не остынут. У меня первый раз свежая еда, давайте. Уже каждый день приезжаю, мне какой-то контейнер в холодном. Все остывшее. Разогревай, Маш, ну клади по... Да я заберу, поэтому я сейчас... Нет, это я сейчас себе, спасибо. Лиза, сорви. Это не тебе все, Лиз. Когтиками. Ну-ка, сделай так еще раз когтиком. И не горячо. Вообще не горячо. Никакие щипцы не нужны. Есть хоть какой-то толк в твоих когтях. Это не все тебе, Осторожно. Я не чувствую ничего. Да. И пицца готова. Вот такая, Маш, вот толстенькая пицца. Она не пережарилась? Не, нормально. Шикарно вообще. Да, отлично, это? Отлично. Это пузырек, это тесто дрожжевое, да? Маш, можешь когтиком вот так проткнуть. Это не все тебе, Лиз, вот это вот не все тебе. Окей, вот это я заберу. Вот это ты забираешь? Нет, я вот это забираю, вот это я. Маша, пить вам разрежете, пожалуйста? Ну, это вон к Маше. Я себе тарелочку отдельно отложу. Сейчас Маша все разрежет. Поздравляю. О, прилипло. Она на сахар, Лиза, на сахар липнет. Да что вы из тарелки в тарелку перекладываете? Я не знаю, ну я не знаю. Марайте мне посуду только. Набрать? Так, у меня одна уже постиралась. О, приехали, что ли, уже? Hello? Hello. Приехали? Как дела? Ну-ка. Довольны? Что сделал? Вы были в Макдаке? Ручки. Да, вы в Макдаке были? Да. Да? Ели? Я смотрю машинки, которые не быстрые, крутые.
Быстрые, крутые тачки смотрели. Вау, спорткар, что ли? Да, спорткар. Вау. Это то, что осталось. Ух ты, хэппи-мильчик брали? Да не, мы уже носили, там мы сложили то, что... Желтый, красный, синий. Нет, ручки помойте. Ну-ка, покажи. Хэппи-мил было? Да не ручки. Желтый, красный и синий было? Это мультик новый? Да, и а, это этот, Black Adam, да? И черные были. Вау. Это Black Adam. Это Black Adam. Руки мойте. Черные, там были белый and black. Круто. Руки мыть с мылом. Вон он, папа. Руки помойте. Мам, смотри. Вау, круть, круто. Вот. Ага, класс. Все, иди руки мой. Лаврик сел рисовать, смотрите, Жорик под ним. Жируся. Я говорю, ты как хомячок у нас. Ты Монстер Хай. Монстер Хай рисуешь? Ну окей, давай. Это огромный. Окей, давай. Попросил краски, воду, кисточку и сидит, рисует. Да, будешь такой? Угу. Будешь, сейчас тебе сделаю. Я села обедать. Посмотрите, какой у меня обед. У меня картошка с фаршем, я поставила кексик, вода со льдом, виноградик. И Вовчик попросила. Тебе такую же подогреть, да? Так, друзья, что у нас пришло? У нас компьютер. Это монитор или компьютер? Что это? Это компьютер. Это компьютер? Угу. Не монитор, да? С монитором все нормально. А расскажите еще, зачем вы меняете? Что случилось? Ну, тормозит сильно. Устарел, сильно тормозит. Во-вторых, Лёва занимается программированием. И в этом программировании... Тот сильно тупит. Он занимается программированием игр. А игры требуют очень... Скорость. Да? Мощность. Для компьютера, да. Мила, ну все сюда набились. У него этот компьютер будет... То есть это для развлечений... Uh-huh. А этот компьютер чисто для того, чтобы он мог создавать и делать, потому что графика, которой он занимается, там очень мощные программы требуются, и они реально, то есть этот компьютер их не вывозит, он по полчаса ждет, когда ждет, он отрендерится, там, да. Соответственно, этот компьютер очень дорогой, такой компьютер стоит $1500. Я на него ничего не буду скачивать. Вот, да, ему туда запрещено скачивать что-либо. Только а то опять будет тупить, да, так только же, да? С официально, то есть он только покупные программы, которые я ему как бы буду покупать, чтобы он мог... Не, он взял Engine бесплатный. Ну, он... На официальном сайте. Да, на официальном сайте, если можно. Но это уже совсем другая тема, поэтому тут, по сути, давай так. Если говорить о том, что... Ой, блин, сорян. Ой, это еще мышь? А, нет. Это выпор. То есть, если говорить о том, что там, чем он отличается принципиально, визуально ничем, но там внутри стоят одни из мощнейших характеристик, которые сегодня есть. Видеокарта очень мощная, огромная память, там, по-моему, 5 терабайт, что ли, пускай. Да, там, в общем, сумасшедшие у него характеристики. Мне, я не сам, честно признаться, я не сам выбирал этот компьютер, я попросил знающих людей, товарища специалиста, который у меня точно шарил, и когда он сказал, что для чего, что, как я объясню, он говорит, бери вот этот компьютер, и вот, то есть, ну, в отличие от нашего Мака, эти компьютеры устаревают быстрее, потому что очень быстро произносят, как телефоны, да, которые, этот компьютер у него именно для программирования, то есть здесь все то, что называется профессиональное. Вот. Мы купили его еще со скидочкой, красивый. Да, еще и скидка, короче еще говоря. И скидка была. Ну, тут красивый, некрасивый, вообще без разницы, потому что самое главное, что у него внутри. То есть, вот этот, как бы, сам блок системный, он может быть любой. У тебя ножницы же есть. Семечка, что с такой ручки кривой? Да я понял. Нож есть. Тут у Левки на рабочее место, он тут все время чем-то занимается. Тут всегда все закрыто, потому что солнышко ему мешает, он и здесь все закрывает. Вот эта клава особо, не знаю, насколько она... Ну, Левину комнату видели все, просто, машинки. Просто на самом деле это обычная клавиатура, у нас стоит вот та, вот эта клавиатура, она такая у нас, короче. А может этот компьютер сюда поставить? Ну, можно сюда его поставить. Да, почему нет? Че, угол? Ну, сюда. Здесь удобно. Тоже у Левчика рабочее место, но здесь он делает уроки. Танки и так далее. А это на самом деле я не прав, это не экран, ну, какая-то дурость, да. Это, короче, прозрачная стенка. А, и там видно будет там все. Там он будет весь светиться. Ой, короче, это классно, я видела такие, да. Да, ну а почему так? Там что? Светится весь механизм, весь моторчик. В общем, вот так вот, на самом деле, распаковка закончена. Все, распаковка закончена.
И Левкину комнату. Оглашать список системных возможностей мы не будем, потому что это вряд ли интересно нашим подписчикам. Это я тоже так думаю. Я так уже засняла, друзья. Что-то же надо снимать, что у нас происходит. Вот такой вот контент. А у нас каждый день надо сказать, что-то происходит. Нет, бывает никогда ничего не происходит. Все как у всех. Но вот сегодня вот у нас вот такое вот дело. Я понимаю, что большинство наших зрителей это все промотали. Но все-таки... О, прикольно! Да, на перемотке. Ладно, а потом... вот пельмени ты неправильно делаешь. Это да. Ладно, Левчик, когда все поставят, все установят уже, я приду за сниму. Ну как, я хочу, например, вот эту стенку прозрачную. Раздеться надо. Леву одели специально для видео. Мусор. У меня теперь моя игра появилась вот здесь. Офигеть! Иконка. Да не иконка, а игра. Ну я понял. Смотри. Да, с таким паром. Смотри, это как на PlayStation, знаешь, там все игры выбираешь, ну, там да, типа да, иконки. Да. Вот это моя, одна из них может быть. А это файл .exe, да? Это .exe. Да, это настоящая .exe, да. Игра. То есть смотри, я картинку подобрал. Папа, и... папа, я хотела посмотреть, что там внутри. Ну, посмотри. И короче, вот еще, смотри. А можно маму позвать? Ну да, папа, сейчас ты... давай. Я просто не а что такая страшная рожа, что это такое вообще? Это Outlast. Outlast? Да, это та игра, которую что? Я играл. Ну ты вот отсюда запомнился, загони его вот так вот. Вот отсюда ты хочешь посмотреть. А можно маму позвать? Я просто хочу маму позвать. Сейчас давай маму позвать. Блин, я хочу. Купили корм. Оказалось, что у Милки нет корма. Вообще. Срочно сгоняли в магазин. Срочно Милку кормить. Милка, с тебя прям рисовали. Из Жорика с моего. У меня до сих пор стирка. Она, правда, ну, возможно, сегодня закончится. Я так успеваю бегать к этой стирке. Так, Милка. Сейчас у меня Милка. Так, подожди. Так, четко вроде вошло. Фиг закроется, конечно. Сейчас я Милке насыплю. И, в принципе... А, нет, все хорошо. Все закрывается. Все, весь пакет сюда входит. Отлично. Да, мелочь? Пойдем. Нет, это что, не надо, не надо. Она вроде сейчас будет вонять этим кормом везде просто. Иди сюда, мила. Машки нету. А! Да, сейчас дам. Жрите, тетя лошадь. Что ты хочешь? Огурчик. Сейчас дам. Какой? Соленый, свежий? Соленый. Сейчас дам. Тут мила нарисована. Абсолютно, yes. Так, и котикам мы им купили, но у них еще, правда, есть. Поэтому... Друзья, наша нога с нами. Наша нога с нами. Мы ее еще не съели. Если мы ее будем долго, так я тут в монтаже все. Вовчик сейчас нарежет. Убираете? Ой, где мой фокус? Ку-ку. Так, дети раскидали, просто разложили все, что вообще нашли сюда. Сейчас уносят все в комнату в свою. Папа руководит процессом и будет нарезать ножку. Ой, какой молодец, все убирает. И лего сложил, и стол сверху ставит. Ой, какой молодец. Какой молодец, Лавруша. Вот такая вот практика, друзья. Не надо заставлять, надо своим примером показать. И вот он, результат. И посуду, да. Это куда надо положить? В раковину? Это что, это наш посуд? Да, тогда в раковину. А все остальное к себе в комнату. Папа, как там наша нога? Режется? Шикарно. Оу, друзья, папа мне настругал. Папа, нам все время пишут в комментариях, что ты неправильно стругаешь мяско. Надо в интернете посмотреть, сказали нам. Да мне Андрей звонил, и мы как раз были в поездке, он говорит, я тебе расскажу, как надо делать. Угу. И, короче, я ему не перезвонил, неудобно тоже. Чего тебя тревожит, типа, расскажи мне, как резать мясо. Как резать? Надо, можно в интернете просто посмотреть. Не знаю, мне как бы нормально. Андрей, это что, звони. Да. Да, Андрей, если что, звони. Время есть, звони. Да, ну, в любом случае это вкусно. Как это не нарежь, это вкусно в любом случае. Милка бы подтвердила, ей вон дай эту вот, она ее обглодает вот сразу же, наверное, в течение 3 минут. Да, милочь? Ой, собрались. Собрались. А? Что? Че на ту сторону не поставили его? Смотрите. Поставили они эту... Как она? Стекло?
пластик. И он еще там разными цветами все мигает. Классно. А здесь нет? А, он с одной стороны, да, только? Угу. Ну, класс. Ну, все. Так, друзья, у нас уже совсем-совсем вечер глубокий. Дети спят, вы посмотрите, ребята. Часто, кстати, спрашиваете в комментариях, что у нас за релакс. Да просто какие-нибудь вводите там релакс. Вон, видите, for a good day вон внизу. Что там? Уютное видео, уютное кафе. Beautiful night on New York. Папа, уйди из кадра. А смотрите, я к чему. Уже елочки, снежок за окном. Как-то, знаете, уже такое новогодненькое, правда, настроение. Хочется уже мандаринку, шампанское и в общем, елочку. Надо елку ставить, друзья, правда? Надо, наверное, нам с Вовчиком съездить. Вино Вовчика не показываю, он раздет. Да. Ладно, в общем, скоро Новый год, ребят. Ладно, ну а сегодня всем пока-пока. И как всегда, до завтра. Папа, скажи всем до завтра. Всем пока-пока. Всем пока-пока.